На 14 миллиардов рублей выросли доходы бюджета Самарской области в прошлом году по сравнению с 2017. Цифры озвучены на расширенном заседании коллегии регионального министерства финансов. Всего в губернии в 2018 заработало свыше 164 миллиардов рублей. План превышен на 9%. В частности, почти на 15% выросли налоговые и неналоговые доходы. Они достигли 146 миллиардов. Безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличились на 15% и составили почти 19 миллиардов рублей. Наибольший удельный вес кассовых расходов областного бюджета составляют расходы на социальную политику. Это 28,4%, образование 24,4%, и национальную экономику 17,6%. Коллегии предшествовало большое селекторное совещание, проведенное на федеральном уровне. Одна из главных тем – реализация национальных проектов. Я просто хотел еще раз вам показать и обозначить тот уровень важности всех нас, нацеленности на работу, связанную с реализацией нацпроектов. Такие селекторные совещания и дальше будут проходить. Более того, селекторные совещания будет проводить отдельно Минфин Российской Федерации, приглашая финансовые органы субъектов, возможно, и муниципальных образований.